Звезды покоряются молодым, ведь именно в это время горит огонь первооткрывателя и исследователя. Поддержкой юных умов уже долгое время занимается Санкт-Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения. Именно здесь открыли учебно-исследовательскую лабораторию проектирования малых космических аппаратов. В ней студенты могут развивать навыки, без которых не обойтись в современной ракетно-космической отрасли. А в 90-е годы квалифицированные специалисты покидали эту отрасль или переходили в другие секторы экономики. Экономический кризис привел к замедлению развития и потере многих ключевых технологий. Но уже с 2000 года Россия успешно запустила более 200 космических аппаратов. В рамках Федеральной космической программы было проведено множество успешных миссий. Например, в 2016 году запущен новый орбитальный космический корабль «Союз-МС». А в 2019 году «Прогресс-МС-11» стал самым быстрым космическим кораблем в истории полетов к МКС. Постоянно обновляется и увеличивается точность навигационных спутников проекта «ГЛОНАСС». Активно развивается новый проект «Сфера» по созданию современной системы космических услуг связи. Это позволяет России сохранять лидирующие позиции в мировой космической отрасли. Хороших вам новостей!